Концепцию новой экологической политики сегодня обсудили на заседании профильной рабочей группы. Ее цель – разработать механизмы положительного влияния на окружающую среду региона, в частности, в сфере обращения с отходами. Комплексная программа формируется по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Для максимальной проработки создано 5 тематических групп. Остальные 4 посвящены отраслям просвещения, вода, воздух и лес. Итак, на заседании первого совета участники встречи предложили внедрение программы раздельного сбора мусора, также затронули тему финансирования экологических программ. Здесь мы будем говорить о том, как нам сделать прозрачную систему расходования денежных средств, направленных на экологическую проблему, так, чтобы они были осязаемы для людей, они могли ознакомиться, куда тратятся денежные средства. В перспективе выслушанные предложения будут включены в региональную программу. Новая экологическая политика, по словам экспертов, уже показала свою эффективность в рамках контроля за деятельностью полигона Скоково. Данной экспертной группой были проработаны предложения по улучшению работы полигона. Мы все с вами знаем, что большой блок вопросов касался фильтрата, стекающего сточных вод с полигона. То есть на данный момент именно этот вопрос решается, уже определено финансирование, сейчас идет подбор технологий по утилизации фильтрата. И мы планируем, что до конца года будет заключен контракт на установку новых очистных сооружений, которые позволят обеспечить нормативный сток.